неразглашении, да. Данные старших ей известны на стадии предварительного расследования. Вот все, что вот вы сегодня прочитали на официальном источнике, вот то же самое я сегодня узнала ровно в те же минуты, что и вы. А новое уголовное дело для вас неожиданностью стало? Или, может быть, какие-то... Ну, вот я только что сказала. А как вас вызвали, как следователь приехали, как? К сожалению, не могу рассказать. А, тоже невозможно. Это официально следователь вызвал повесткой для производства следственных действий, так как вы знаете, что 20 февраля было возбуждено уголовное дело по статье 198. Соответственно, нас вызвали, после чего уведомили о возбуждении нового уголовного дела, и, соответственно, было предъявлено обвинение, и сейчас избирается мера пресечения. Ну, а вы что подумали, когда вам сказали, что новое уголовное дело, что почувствовали, может быть? Ну, как вы думаете, что я могла почувствовать в этот момент? Также, ну, что, шок,